В эту пятницу мы отмечаем Международный женский день, 8 марта, и в его рамках мы приглашаем всех жителей нашего городского округа на массовое катание на стадионе «Зоркий». В пятницу с 18:30 до 20:00 состоится сеанс массовых катаний. Он в честь праздника для всех бесплатный. Также хотелось бы отметить, что если у кого-то нет своих коньков, они могут также воспользоваться бесплатным сервисом аренды коньков, который предусмотрен именно в этот день в честь праздника. Также хотелось бы отметить, что акция распространяется на катки в Павшинской пойме и в Путилково. Там вход абсолютно бесплатный в течение всего сезона, но в этот в честь праздника для всех женщин также предусмотрен бесплатный прокат. Хотелось бы отметить, что массовые катания состоятся 8 и 9 числа, и это завершающее массовое катание на стадионе «Зоркий».